Добрый вечер. Мы продолжаем наш разговор о современных российских писателях, отчасти и советских писателях, которые носят фамилию, начинающуюся на букву «З», и, по-видимому, отличаются тем, что в их творчестве преобладают нетрадиционные для советского периода литературного направления, приемы, методы литературного письма. И, наверное, среди таких писателей мы должны выделить нашего сегодняшнего героя, драматурга, по крайней мере, в первой половине своей жизни, затем прозаика, это уже касается последнего периода, который довольно широко известен в нашем театральном сообществе, более того, известен на мировой сцене, во многих странах мира идут его пьесы, и вместе с тем являющийся вот таким примером некой трансформации, о которой мы уже неоднократно говорили, которая заключается в том, что писатель традиционно реалистического направления, неважно, так сказать, какой из жанров он продвигает, но основан он на реалистическом видении мира, вдруг на каком-то этапе прибегает к методу мистического реализма и становится известен как довольно выраженный, ярко выраженный сторонник этого распространенного, многовекового, мы можем сказать, подхода к литературе. Семен Исакович Злотников, родившийся в 1945 году в Самарканде, окончивший там университет местный по направлению русской филологии. В дальнейшем работал довольно продолжительное время, сначала в Ленинграде, с одной стороны, как газетный журналист, с другой, как начинающий драматург. Затем переехал в Москву, где также занимался драматургическим творчеством, при этом начал ставиться не только на московских сценах, но и в ближнем зарубежье, и впоследствии его пьесы были переведены на более чем 15 языков и шли на различных сценах мира. Но в 90-х годах, в начале 90-х годов, он переехал на постоянное жительство в Иерусалим, в Израиль, и проживает там
по настоящее время, не теряя связи с Россией, по-прежнему в российских театрах, на российских сценах идут его старые, уже известные российскому зрителю произведения. И одновременно он начинает писать уже в Израиле романы, опять-таки не отрываясь от русской тематики, от советской тематики. В общем-то, все его и драматургическое творчество, и творчество прозаическое, оно по языку, по форме, по содержанию, в общем-то, довольно близко именно русскому читателю, российскому читателю. Если говорить о драматургическом творчестве, то оно начинается, как я уже сказал, в Ленинграде. Возникает оно случайно. Семен Злотников пытался начинать свое писательское дело с прозы, писал небольшие повести. Как-то раз он познакомил со своим творчеством известного русского актера, российского актера, в то время работающего еще в Ленинграде, Сергея Юрского, с одной из своих работ, и тот посоветовал ему писать пьесы. Что-то он увидел, разглядел драматургический талант, драматургические способности у этого молодого человека. И Семен Злотников прислушался к этому мнению и начал вот довольно интенсивно выпускать свои драматургические работы. Они пришлись по душе некоторым режиссерам-новаторам, художественным руководителям различных молодых в ту пору театров. Петр Фоменко заинтересовался одной из его пьес. Затем одна из пьес была поставлена в Москве Рейхельгаузом. И в целом это выдвинуло достаточно быстро фигуру Семена Злотникова на первые места в отечественном пантеоне молодых, подающих надежды драматургов. Этот период творчества в театральных кругах можно было охарактеризовать таким словосочетанием «пришел-ушел». Собственно, две ключевые пьесы, которые обозначали характер творчества Семена Исааковича Злотникова, это пьеса «Пришел мужчина к женщине» и «Уходил старик от старухи». Вот в этом диапазоне, в этом, так сказать, большом цикле пьес, которые входили в состав вот этого творческого начала драматургического Злотниковского, они, собственно, и стали тем драматургическим потоком, который был воспринят очень благожелательно и, как я уже сказал, молодыми отечественными режиссерами и многими-многими режиссерами ближнего и дальнего зарубежья.
Удивительно, но сам Злотников часто сетовал на то, что его драматургия настолько русская по своему существу, что очень плохо приживается в Израиле. Впоследствии, когда он уже переехал в Израиль, он даже вынужден, собственно, был образовать свой театральный коллектив небольшой, где он выступал режиссером одновременно и пытался таким образом ставить свои пьесы, которые, в общем-то, прохладно принимались театральным сообществом израильским. Но, тем не менее, состоявшись как драматург, однажды, уже, так сказать, в недавнем прошлом, уже будучи, так сказать, действительно, по сути, мировой драматургической знаменитостью, Злотников заявил, что он исчерпал себя в этом направлении, что это направление творчества больше не привлекает его, и что следующим в его творческой карьере станет деятельность писателя-прозаика. Появляются три романа один за другим, которые написаны как раз в манере, в приемах литературных мистического реализма. Они никак не соприкасаются со всем предшествующим творчеством драматурга, и, будучи опубликованными и рассчитанными, в общем-то, на отечественную аудиторию, и будучи опубликованными в России современной, они получили довольно большую известность. Они привлекают свою читательскую аудиторию. И по существу, являясь, безусловно, не просто, так сказать, произведением мистического реализма, но одновременно и являясь трагифарсами, это традиционное направление в творчестве Злотникова-драматурга, одновременно являясь произведениями сатирическими, одновременно используя абсурдистские приемы. В нашей библиотеке эти романы представлены, и поэтому мы непосредственно обратимся к этим книгам. Первая из них по времени выхода — это роман «Игра», как, собственно, позиционирует ее автор, который называется «Последний апокриф». Издана она была издательством «Индекс Либрорум» в Москве в 2013 году. «Интеллектуальная проза для избранных» – это наименование книжной серии. И здесь мы знакомимся с совершенно невероятным и удивительным сюжетом, в котором присутствует и Божий Сын, и Сатана, и дочь Сатаны, и бандиты, так свойственные русской реальности 90-х годов, и прочие самые различные фигуранты, начиная от продажных милиционеров и заканчивая совершенно невероятными как российскими, так и нероссийскими персонажами, начиная от китайцев и заканчивая, так сказать,
евреями, заканчивая, собственно, и некими персонажами европейского происхождения. Тут есть все. Это действительно такой, в общем, бурлеск по существу, цирковое представление, которое, тем не менее, основано на некоем религиозном сюжете, очень напоминающем нам один из вариантов апокалипсиса. Причем здесь происходит еще и смешение религий, поскольку одновременно здесь присутствует и буддизм, и иудаизм, и христианство. И все эти проявления собраны в единую конструкцию бесконечной борьбы добра со злом. Нужно сказать, что это своеобразная литература, которая может, безусловно, как и все последующие произведения, ранить религиозные чувства верующих людей. Поэтому читать ее, эту литературу, нужно с осторожностью и иметь в виду вот такое обстоятельство, когда, в общем-то, человек, по-видимому, религиозный, писатель, обращается к некоторым очень щекотливым сюжетам Священного Писания, персонажам Священного Писания, и представляет их в совершенно нетрадиционной манере, хотя очевидно, что он занимает категоричную совершенно позицию, позицию на стороне добра. И в конечном итоге и на стороне веры. Но вот особенности изложения сюжета, они, так сказать, могут вызывать совершенно разную реакцию. Точно так же, как и некие моменты политические, которые относятся к нашему историческому прошлому, тоже могут вызывать неприятие у некоторых читателей этих произведений. В этом, собственно, своеобразие творчества, последнего вот этого творчества Злотникова, который именно таким образом видит мистическую реальность. Следующая книга, которая вышла по существу, я так полагаю, что это, возможно, можно рассматривать как трилогию, хотя она не объединена единым персонажем каким-то. Это все самостоятельные произведения. Это «Божьи дела». Значит, они были изданы издательством «Эксмо Москва» в 2014 году. Здесь, собственно, роман «Божьи дела» представлен. И, опять-таки, драматические произведения в виде монологов для театра. Опять-таки, относящиеся к той проблематике, которую затрагивает писатель в этом романе. Серия «Лауреат литературных премий». Здесь тема произведения продолжает развивать одно из событий божественной истории Священного Писания, а именно жертвоприношение Авраама, где известный сюжет, где ветхозаветный патриарх должен принести в жертву собственного сына для того, чтобы убедить Бога в своей искренности, в своей вере, что она непоколебима и никакими, так сказать, человеческими чувствами не может быть сломлена. На самом деле это ключевой момент всего произведения, над которым, собственно, и работает Злотников, который создает дилемму, исторически обусловленную дилемму, которая многократно в разных произведениях у разных авторов поднималась. Какой выбор должен сделать отец в пользу Бога или в пользу сына?
Герой этого произведения – писатель, который попадает в аналогичную совершенно ситуацию. Он относится к тем людям, которые неудачно пошутили, так скажем, если вспомнить булгаковских персонажей. И за это будут наказаны. Собственно, тут дело даже не в шутке, а, собственно, в предположении, выдвинутом нашим соотечественникам, современным писателям, который в своем произведении сделал такой вывод, что только ценою спасения всего человечества Авраам мог принять решение, значит, принести в жертву собственного сына. То есть плата за это не вера, а плата за это, собственно, спасение человечества. И эту конструкцию, эта конструкция была услышана, и писатель поставлен перед историческим, уже известным нам выбором. Он встречается с старичком в рясе, который по сути своей, как мы догадываемся, является ничем иным, как ключником Петром, святым апостолом, который, собственно, и преподносит ему историю этого выбора, преподносит ему волю Бога, что он должен принести в жертву своего малолетнего сына для того, чтобы искупить все грехи человечества и чтобы человечество дальше жило счастливой жизнью. Все человечество. Вот. И, ну, очевидно, что наш персонаж, человек, у которого ребенок поздний, который ребенок выстраданный, да и вообще человек современный, неотягченный, так сказать, тем состоянием души, которое было, скажем там, в ветхозаветной истории, он такого решения принять для себя не может. Вот эта дилемма и дальше развивается, разрешается в этом произведении, разрешается оно именно так, как и должно было разрешиться. И этот момент обойдем для того, чтобы предоставить возможность нашему читателю исследовать этот процесс целиком и в деталях. Ну и, наконец, как принято говорить, мы не будем создавать спойлер, да, применительно к этому произведению. И, наконец, третий роман «Кир. История одной мести. Интеллектуальная проза российских авторов». Серия, опять-таки, «Москва. Эксмо. 2017 год». И предисловие Сергея Юрского: с первых его шагов в литературе и в театре я знаю Семена Злотникова. И как удивил он меня в наши общие давние ленинградские времена, так и не перестает удивлять. Я люблю эту смесь жалости к бытию человеческому и жестокой иронии, а в Кире еще и запредельной смеси чувств и времен. Вот такое предисловие не случайно, на самом деле это еще более фееричное произведение, хотя оно в меньшей степени, так сказать, касается вопросов религии, она касается вопросов человеческого существования в целом, вопросов возмездия, вопросов талиона, око за око, зуб за зуб, и каких размахов может достичь, так скажем, соперничество двух по существу единокровных братьев, если это возводится во вселенский принцип. В результате, собственно, возникают целые войны по существу, Вторая мировая война. В результате возникают революции, контрреволюции. Возникают более мелкие, конечно, по масштабам события, но под угрозой возникновения и Третья мировая война. А все из-за того, что, собственно,
тот самый главный герой, который носит имя Кир, он является прямым потомком одного из представителей древнего и очень важного дворянского рода, княжеского рода европейского, который, собственно, разделен вот этой давней враждой, и он является по существу орудием возмездия в руках своего отца против своего противника, своего родственника, своего брата и его потомков. То есть вот такая экзотическая довольно конструкция, в которой очень много чудес, в которой мы знакомимся со всеми тайнами современной истории России 20 века, так как ее видит Семен Злотников, в котором мы знакомимся с тайнами, вообще, так сказать, скрытыми всех тайных обществ, которые управляют нашей реальностью, без, ну, какой-либо, так скажем, собственно, без какого-либо обращения к религиозной составляющей этой проблемы. Хотя подспудно мы понимаем, что здесь присутствует другая сторона мистическая. Это неизбежность судьбы, неизбежность самого возмездия, которое, так сказать, все равно ждет персонажей этого романа. Вот, собственно, таковы прозаические опыты современного нашего русского и теперь уже и израильского писателя Семена Исааковича Злотникова, который совершил вот этот переход от искусства реалистического, драматического к искусству мистического реализма.